Ремонт дорог, жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство города. Проекты городских программ сферы ЖКХ обсудили на профильной комиссии Бендерского городского совета. Подробности далее. Бендеры преображаются, на очереди остановки и парковки. Как их обустроить, чтобы было удобно для всех, обсуждают на заседаниях комиссии. Разгрузить центр – общее мнение. Говорят об организации движения транспорта. Переходят к дорожной отрасли. 24 миллиона рублей направят на развитие и ремонт дорожной сети. Средства заложили в программу. Предлагается разделить средства следующим образом. На капитальный ремонт дорог – 10 миллионов. На средний ремонт 5,9 миллиона, на содержание текущий ремонт 3,2 миллиона, на безопасность движения 1 миллион, на оплату электроэнергии 1,2 миллиона, на проектные работы немного денег, на инвентаризацию дорог, на ремонт и реконструкцию тротуаров 1 миллион 400. В этом году завершат капремонт улицы Крианга, перекресток улиц Протигаловской и Главана. Дорожное обустройство Советской от автовокзала до Гагарина тоже в планах на этот год. Предусмотрели средства на профилирование, ремонт дорожных швов, замену бордюров, ремонт ливневок. Обустройство дорог, обеспечение безопасности – здесь чуть больше миллиона. Оплата электроэнергии, которую затрачивают на дорожное освещение – тоже обязательная часть программы. Закон о бюджете, где написано следующее. Предусмотреть направление средств дорожного фонда на текущие расходы в части организации и функционирования уличного освещения при утверждении программ развития дорожного отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в муниципальной собственности. То есть обязательное условие оплаты освещения по автодорогам. Направление реализации дорожной программы обсудили детально. Утвердят ее на предстоящей сессии Бендерского городского совета. Как и другие программы развития города по всем отраслям. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.